В преддверии Дня Победы инспектор по делам несовершеннолетних Кубинского отдела полиции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу провели акцию «Вечная память и благодарность потомков» для воспитанников специальной коррекционной школы-интерната в Старом городке. Ребятам рассказали о фронтовых подвигах сотрудников милиции, участников Великой Отечественной войны. В завершении встречи дети получили памятные подарки.